Здравствуйте, мы находимся в сервисном центре «Шток». Сегодня я хочу предложить вашему вниманию нашу новинку. Ручную лебедку с блоком до 1500 кг. Начнем с того, что теперь упаковочка красивая и глянцевая. Извлекаем из упаковки эту лебедку и смотрим, что же изменилось по сравнению со всеми предыдущими моделями. В первую очередь хочу отметить телескопическую ручку. Такая ручка удобная и при транспортировке лебедка без проблем влезает в монтажную сумочку. То есть, если монтажник, то без проблем она умещается в сумку и при этом ничего из нее не торчит. Сама лебедка выполнена из качественной листовой стали с гальваническим покрытием, которое препятствует возникновению коррозии. Лебедка оснащена тросом диаметром 6 мм и длиною 6 метров. Вот. Также имеется дополнительный блок. При этом, конечно, длина сокращается вдвое, но и усилие вдвое возрастает. Максимальное усилие этой лебедки с блоком 1,5 тонны, без блока, соответственно, вдвое меньше 750 кг. Телескопическая ручка позволяет нам в легких режимах использовать именно короткий режим, короткий рычаг, меньше амплитуды, соответственно, более удобно работать. Замечательно, есть система храповичка отключаемая. Очень понятно, все адекватно, очень удобно пользоваться. Вот с маленькой амплитудой мы делаем довольно такие движения. Большой, соответственно, у нас и быстренько с маленькой раз. С блоком вот за этот цепляется, идет таким образом, используем блок или напрямую. При этом ролик он самофиксируется. Блок самофиксируется, он не мешает в работе. Да, ну, соответственно, компактный размер позади не только переносить хорошо, замечательно будет для автолюбителей. Замечательно, мало места занимает в багажнике, и, в принципе, легковой автомобиль может помочь вытащить в каких-то сложных условиях. Или оттащить какую-нибудь там преграду перед машиной и так далее.